Не понимаю, куда и откуда они все едут. Здесь такое движение машин, как в Париже. Остров, казалось бы, куда здесь ехать и кому здесь ехать? Вообще движняк такой. А по вечерам пробки вообще, пробки, вот реально. Как в больших городах, час пик, все, пробка. Нифига себе прикол. Борис Леонтьев родился здесь, в Таити. Через какое-то время стал мэром города. Вот, был переизбран даже на какое-то время, ну тут по-быстрому, чтобы сегодня вам не переводить. Ну и вот 5 человек, Борис Леонтьев, потом мэр Нукухива, потом заместитель мэра. Они куда-то полетели на Архипов, на Архипе Туамоту, и самолет упал где-то. И после множества, после поисков длительных, то есть они были объявлены, ну, погибшими. Вот. Вот такая вот история Бориса Леонтьева. Видать, потомок какой-то, каких-то иммигрантов. Видите, две F на конце. Может быть, женщина вышла замуж за таитянина, видите, у него лицо уже. А может, наоборот, какой-то русский женился на таитянке. Надо будет почитать, если есть про него что-то на интернете. Вот такие вот приколы. Потомки русских правили на Таити, были даже мэрами. А вообще я иду на поиски могилы Помары Пятого. Захоронение Помары Пятого. Помары Пятый — это последний король Таити. То есть он правил где-то, ну, 140 лет назад, если не вдаваться в подробности даты рождения, правления. Вот. Сейчас, надеюсь, мы дойдем до нее, до этой могилы. Мы на правильном пути. Вот написано. Могила короля Помары Пятый. Нам в ту сторону. Вот, проделав от того поворота, где указатель, по этой узкой улочке, мы натыкаемся вот на это вот строение, этот дом. Это и есть, судя по всему, могила Помары Пятого. Кстати, вот что-то похожее на хлебное дерево. Есть три дерева, плоды которого похожи. Я думаю, что это одно из них. Как всегда, курицы и петухи. На интернете написано, что закрывается в 18:00. Ну что, тут все закрыто. Хотя еще нет 18:00. Небольшая история этого короля. Как я уже говорил, он правил где-то, ну, 140 лет назад. Французы предложили ему отойти от дел, от правления, посадили его на зарплату, так сказать, то есть предложили баснословные деньги по тем временам, хотя для Франции это было ничто. Каждый месяц ему платили, там, ну, к примеру, 300 тысяч евро, да, если выражаться современным языком. Вот, и все, и он отдал правление французам, и так Таити стала французской территорией. И, кстати, он либо раньше, либо от того, что нечего было делать, погрузился в алкоголь, бухал очень сильно,
Ну и как все алкоголики умер от алкоголизма. Вот такая вот история трагическая короля Помары 5. Кстати, это, наверное, просто церквушка. Церквушка. Чтобы прийти помолиться. А там я видел какой-то треугольник. Там, наверное, есть его могила. Вот сзади, буквально. Вот в этих зарослях. Сейчас подойдем поближе. Вот эта церквушка. Я ее просто обошел вот с этой стороны. Ну и вот, я думаю, что, судя по всему, вот это вот и есть само захоронение короля Помары V. Ну вот, местные сказали, что могила всегда закрыта, там вон вход. Вот мы и посетили это место захоронения последнего короля Таити Помары V. Здесь такой маленький пляжик, где купаются местные. Как я уже говорил, везде валяются кокосовые орехи. Мне сказали, как можно их проверить. Просто берешь, поднимаешь его, трясешь, если что-то там жидкость внутри слышно, то можно брать, открывать, пить, кушать. А если жидкости нету, то можно выбрасывать. Он уже никчемный. Ну что, миссия выполнена. Найдена могила Помары V. Возвращаемся на базу. Да, кстати, если вы решите сюда прийти прогуляться, вот здесь режим, график работы. То есть с понедельника по субботу с 10 до 17.30 открыто, а в праздничные дни воскресенья с 13 до 17.30. Да, ну если вы подошли, например, и перед вами вот эта вот решетка, можете проверить сначала, закрыта она или нет. Вы можете просто открыть, пройти и обогнуть, сделать кружок. Как я уже говорил, тут в частных домах у людей по 2-3 машины. Такие нехилые машины. Не какие-нибудь пошарпанные. А очень даже красивые джипы. Все на джипах тут разъезжают. Да, забыл вам сказать, что могила там Помары находится в департаменте или округе коммуна, как они называют, Аруэ. Аруэ — это в 6 километрах от Папиэты, от столицы. Почему? Потому что он здесь родился. Где родился, там и похоронили.